Меня зовут Катя Таркаенко, я приехала из Харькова, с Украины. Меня очень заинтересовала учеба в Чехии. Узнала я о ней с презентации Радима Кноблоха, когда он приезжал в мой город. Мы связались с образовательным центром, я подала документы, и вот я здесь. Я выбрала медицинский блок. Учителя, которые преподают профильные предметы, очень подготовленные, могут предоставить полностью всю информацию, которая нужна при поступлении. Обучение само проходит очень комфортно. Учителя в ОЦА очень добрые, отзывчивые и улыбчивые люди. Общение проходит очень свободно, нету такого барьера, как учитель-ученик. Это очень вдохновляет на учебу. Сам язык дается легко, тем более, если сразу понравился, сразу влился в эту атмосферу, то и язык сразу учится. Прага мне сразу очень понравилась. Здесь очень красиво, красивая архитектура, очень интересные места. Чехи очень добрые, никогда нету не хамство, все люди вежливые, с уважением относятся ко всем, хоть ты иностранец, хоть ты чех. Я не жалею, что выбрала курсы ОЦА, потому что здесь очень все хорошо организовано. Кураторы очень помогают, хотя все равно можно приобрести ту самостоятельность, ответственность, потому что не делают все за тебя. Тебя просто как бы напутствуют, наставляют. Я с уверенностью могу посоветовать курсы ОЦА, потому что это шаг в новую жизнь, открывается куча новых возможностей, новых знакомств, общения, закладывается фундамент для новой, насыщенной и очень интересной жизни.